Более 300 человек стали участниками регионального чемпионата WorldSkills по различным профессиям. Впервые в нашем регионе проходят состязания в номинации «Парикмахерское искусство». Конкурсанты – студенты Ульяновского техникума отраслевых технологий и дизайна. На базе этого учебного заведения и проводят соревнования «Старт дали» сегодня. Покрашивание сделать, растяжку цвета от темного к светлому и сделать прическу. Вот. Было 3 разных прически, одну на выбор. Вот какая попадает, такое и делаешь. Сложность, есть сложность, конечно, во всем есть сложность. Компетентное жюри в соответствии со строгими требованиями конкурса WorldSkills молодые профессионалы оценивает правильность выполнения заданий. В зачет идет и время выполнения прически. Существуют строгие стандарты, в которые необходимо уложиться. Уровень сложности вообще любых конкурсных заданий чемпионата WorldSkills очень высокий, что не каждый профессионал с этим справится. Конечно, сложно. У нас секретные показатели, что попадется участникам, мы не знаем. Они перед стартом вытаскивают свои пакеты. Победитель в компетенции «Парикмахерское искусство», которого по итогам нескольких заданий определят в Ульяновске, получит право представлять регион на состязаниях всероссийского масштаба. Они пройдут не ранее весны, но форматы и место проведения пока не определены.